Ребята, всем привет! Мы вместе с Сарой сейчас отправимся в Busch Gardens. Busch Gardens – это очень классный парк аттракционов, который находится здесь, в Тампе. С нашего дома ехать примерно 35 минут. И мы вчера вечером купили билеты по акции. Снова я в Facebook увидела рекламу, что... Я вообще туда давно собиралась, потому что мне все рекламировали, кто здесь живет, этот парк. Типа он большой, тематический, там есть и животные, есть и развлечения, горки. Для детей очень много всего, и можно целый день там провести. Ну, типа Universal или Disneyland, только поменьше чуть-чуть, конечно. Я увидела акцию в Facebook. Если вы покупаете годовой абонемент, у них вообще годовые такие пасы входные, пасы, годовые билеты входные, и стоит он примерно 100 с чем-то долларов на одного человека. Вы его покупаете, целый год можете хоть каждый день ходить бесплатно туда. Вот, я купила нам два таких годовых абонемента, но была акция на то, что вы можете его разбить, ну, якобы как в кредит, а беспроцентный по частям. Каждый месяц входила в акцию такое, что если вы покупаете билет, то... вам в подарок целый день можно там кушать, там есть разные рестораны, и лимит, например, раз в час, то есть чаще, чем час вы не можете посещать, но этого достаточно. Целый день вы можете кушать в ресторанах, ходить и кататься на горках, это очень удобно. Ну, я и решила, думаю, почему бы и нет, купить сейчас этот, наконец, билет, потому что мы давно хотели, тем более мы здесь рядом живем, и ездить туда одно удовольствие. Все, мы приближаемся к этому парку. Открывается он в 10 утра. Все, мы припарковались, дальше идем пешком. За людьми. Не знаю куда, но идем. В общем, тут такая система, кто-то может поехать на троллейбусе, а кто-то может пойти пешочком. А там очередь на троллейбус, поэтому мы выбрали пешком пройти. Еще я забыла солнцезащитку, крем или спрей, поэтому, скорее всего, придется покупать сейчас. Нам нужно подойти в зону A и зарегистрироваться через аппараты. Сара побежала уже. Просканировать наш билет, у меня он на телефоне. Так, ну что, мы билеты просканировали, нам выдали два. И теперь у нас очередь, сам вход в парк, проверка сумок. Фотографировать, если вы новый посетитель. Вас будут фотографировать на билет. Готово? Так, пойдем карту возьмем. Вот она карта. И нам нужно отметить рестораны, в которых мы можем бесплатно сегодня кушать. Нам нужно купить крем от загара. Надеюсь, он здесь недорого. Заплатила я 10,58. И это со скидкой. У кого годовой абонемент, здесь скидка распространяется. Пойдем. $10 сделали скидку. Ну, парк большой. Вот один ресторан, кафе. Можно сюда пойти покушать. Но Сара хочет прокатиться, да. Идем, идем. Вот аллигатор. Смотри, вот прям с краю. Притаился. Очень много людей, потому что мы пришли в воскресенье. Вон, смотри, какой большой. И птичка возле него гуляет. Там их два. О, три, четыре, пять, шесть. Ничего себе. Какие они большие. Они как будто не настоящие. Да. Идем на первый аттракцион. Очень страшно, там прямо настоящие американские горки, да? Вообще страшно, страшно-пристрашно. А я даже не кричала. Почему? Кричала я. Сара, у тебя такое лицо смешное. Да. Мне было очень страшно, честно, я прям вообще, мне до сих пор руки трясутся. А Сара хоть бы что, вообще не боялась. Я переживала за то, что она испугается, но нет. Так, мы идем в ресторанчик. Здесь у нас полагается бесплатное одно горячее, салат или десерт и напиток. Саре и мне. Проверим. Говорят, одни сэндвичи, да.
пиццы. В основном фастфуд. Зашли в ресторан, здесь тоже очередь небольшая. Нужно ждать. Вот взяли на пробу все, и сейчас будем кушать. Конечно же, мы все это не съедим. На кассе она посчитала, все это обошлось нам $45. Ну, вообще бесплатно. А так бы $45 заплатили. Конечно бы мы столько не взяли. В следующий раз будем меньше уже брать. К нам пришли прожорливые птички. Красивые. Ну, я даю им немножко лаваша с шпината. Думаю, что это нормальная такая еда. На. Мы находимся в Age of Africa. И мы пойдем. И передвигаемся. Мы вот, вы вот должны выйти вот так, видеть слона. Пошли. Потом пойти вон вот эту вертушку. Ага, чтоб меня вырвало? Да меня не вырвет точно. Мы вышли, а тут у нас зоопарк, зебры гуляют. Там можно на машине подъезжать, как сафари, прям к зверям. И кормить их. Какие хорошенькие. Все оранжевые от почвы. А я смотрю видео, но у него есть такой смотри, только он. Зебры. Мы как будто на сафари приехали. Имитация палатки такие. О, прикольно. Смотри, Сара, это как в Африке. Ух ты. Смотри, лев. И там львы. О, это гиена? Это гиена, Сара? А. Беременная? Или наелась? Ну да, либо беременная. А вон ее парень. Развалился. Хотим успеть. Давай здесь, вот здесь. Hello. Все, мы тоже успели. Прям возле них проезжаем. Круто. Hello. Спиля нашел, где надо будут обливать, пока будут смотреть. Правда? Хотите на это шоу? Это такого гена. Пара катарфонов, там есть животные, а еще есть такой фильм. Настоящий попугай. Обалдеть. Вау! Холодный пар. Класс. То, что нужно сейчас. В эту жару. Пойдем. Вот следующий ресторан ужинать. Это самый большой. Здесь типа есть гриль. Гриль-шоу. Celebrate to be so bright.
начос, какие-то сладости. Нашли еще пингвинов. Мы попали под дождь. Сезон дождей называется во Флориде. Идем с Сарой на еще одно шоу. Марокканский театр. Здесь есть огромная детская зона. Мы только нашли ее к вечеру. Мы вроде по всем взрослым прокатились, а теперь нашли детскую зону, огромную территорию с детскими площадками. Вот как я теперь ее поймаю, я даже не знаю. Можно мне тоже. О, как же интересно. Еще дождик хорошо. Не шатай, Сара. Сара, не шатай. Я боюсь. Мы сейчас пойдем на таких кататься. Резиновых баллонах. Сара, держимся. Так, я не буду больше снимать. Это так вам чуть-чуть, потому что надо держаться там. Сара вся мокрая. Да, не думайте, что останетесь сухими на этой горке. Все мокрые. Сейчас будут слетать. Они зависли. Это наш третий прием пищи от жадности. Третий бесплатный прием пищи. От жадности. Да, меня уже не лезет, но можем домой забрать что-нибудь. Так, то, что мы взяли себе на... обед. Так, это наш третий плотный обед, ужин. Это мы забираем домой с собой, потому что не съедим. И чтобы не пропадало, мы забираем курица, ребра, торт, все такое вредное, жирное. В следующий раз, когда мы приедем в парк, я не буду такого ничего покупать, уже будем потому брать. Что не бесплатно будет. Да, не бесплатно будет, и во-вторых, это все жирное, фастфуд. Не полезная. Лучше, конечно, из дома приносить еду и тут кушать. Вот так. В следующий раз так... Уставшие, но довольны, едем домой. Решили воспользоваться все-таки этим специальным автобусом до парковки, потому что назад уже не дойдем, мы очень устали. С 10 утра, а сейчас 9 вечера уже. A little bit of soap. Your lipstick on my face, but a little bit of soap.